Всем привет, друзья мои! Делаем сегодня бисквит. Я научилась делать мягкий бисквит, хочу поделиться с вами. Рецепт очень простой. У нас только яйца. Берем одно яйцо, я показываю вам на одно яйцо. Отдельно будем взбивать белок. Берем 30 грамм сахара. Соль только будет для белка. И 30 грамм муки. Поочередно взбиваем. Разделили белок и желток. И поочередно будем взбивать белок и желток. Чтобы лучше взбился белок, добавим туда щепотку соли. Итак, начинаем взбивать белок. Добавляем половинку сахара в белок и вторую половинку добавим в желток. Сахар разделили на две половинки. Взбиваем поочередно. Поочередно взбиваем сейчас белок. Белок надо взбить до плотной пены. Пена должна быть устойчивая, плотная. Щепотка соли помогает взбивать хорошо белок. Вот такой у нас получился белок. Плотная пенка. Стойкая плотная пена. Взбиваем желток. Желток взбиваем до белого цвета. Он должен стать у нас после взбивания белым. Вот таким вот это наш взбитый желток. Желток и белок взбили. Теперь нам надо аккуратно перемешать. Желток и белок аккуратно сверху вниз перемешиваем. Сверху вниз, чтобы не осадить его, пена эта должна остаться. Не круговыми движениями, обязательно сверху вниз перемешиваем. Вот такое прекрасное взбитое яйцо у нас получилось. Аккуратно перемешиваем, чтобы пенку не осадить. Сверху вниз движениями перемешиваем желток и белок вместе. Далее аккуратно будем всыпать наших 30 грамм муки поочередно. Постепенно. Хорошо перемешали. Однородная масса получилась у нас. Теперь добавляем нашу муку. Немножечко муки. Перемешиваем аккуратно. Все так же движениями сверху вниз. Сверху вниз перемешиваем наш будущий бисквит. Наше тесто бисквитное. Добавляем дальше и все так же по чуть-чуть перемешиваем. Подготовили наши формочки. Формочки хоть и силиконовые, я все равно их обрабатываю растительным маслом. Промазываю. Все формочки промазываю растительным маслом. И далее подготовленное наше тесто мы выложим наши формочки. Вот такое не густое и не жидкое должно быть. Выкладываем. Если полную формочку положим, оно вылезет. Ну, будут такие пышные, высокие бисквитинки. Ну, лучше всего выкладывать на 2/3. Бисквит, вот я поняла одно, разогреваем до 180 градусов нашу духовочку, а тем временем, пока она греется, мы подготовим глазурь, сахарную глазурь. У нас немножко осталось белков и немножечко желтков на дне. Для глазури, как я вам говорила, надо влаги немножко, чуть-чуть. Вот у нас получилась ложечка глазури. Это
одного мишку, либо одну бисквитинку мы сделаем в глазури. Выпекалось у нас 10 минут при температуре 180 градусов. И получились вот такие бисквитинки. Бисквит хороший, он не сядет никогда, когда оно хорошо выпеклось у вас. Вот он хороший, высокий и очень нежный. Режется очень легко. Они у меня немножко снизу как бы подгорели. Носик сейчас попробуем почистить. Показываю, что режется хорошо, легко и не крошится. Очень такой получился нежный, хороший бисквит. Но вот что интересное, там, где бисквитинки снизу немножечко как бы подгорели, с другой стороны, они не сели. Когда я их достала, они этой формой и остались. А вот те бисквитинки, которые видите, зайчик такой неподгоревший, с другой стороны, конечно, бисквит немножко просел. То есть, так как я поняла, что бисквит все-таки надо хорошо выпекать. И вот такие получились наши остатки глазури я положила. С другой стороны показываю вам как. Попробуйте, друзья, очень вкусно и просто.